Фигурантами дела стали главный инженер предприятия, его супруга и знакомый. По версии следствия, они вытягивали деньги организации для собственных нужд. В частности, 45-летний сотрудник рынка всячески пресекал добросовестную конкуренцию между организациями-партнерами. Инженер запрещал своим подчиненным заключать договора о закупках у организаций, с которыми ранее предприятие активно сотрудничало, при том, что проверенные партнеры были готовы поставлять товар по действующим отпускным ценам. Вместо этого он обязывал сотрудников закупать товары по необоснованно завышенным ценам у подконтрольных коммерческих организаций. К слову, последние были созданы фигурантами для личной наживы. Схема работала почти 3 года. За это время подозреваемые завладели деньгами в сумме 416 тысяч рублей. Преступное трио задержано и находится под стражей. На их имущество наложен арест. Дело передано прокурору для направления в суд. Согласно части 4 статьи 210 Уголовного кодекса, в худшем случае им грозит до 12 лет тюрьмы.